Вот как вот вы зарабатываете? Потому что равно финансовый вопрос, он существенный вопрос. Скажите, пожалуйста. Мед. Начать хотя бы с мёда, да? Вместе просто заработать, когда вы уедете. Деньги некуда будет складывать, я просто говорю. Я, допустим, умею рубить сумму. Да? Начинает творческая мысль, действительно, начинает действовать. Да, собирайте ягоды все лето в лесу. Собирайте грибы, вяжите веники, выращивайте капусту, картошку, собирайте матрешку, зверобой, готовьте чайные сборы. Это вам вот так вот поспорь. Если вы в городе будете тратить в супермаркетах 3000 в день, то, живя на поместье, 100, 200, 300 рублей вам на неделю хватит вполне вот так счастливо жить, потому что у вас все будет свое. Не нужно будет денег. Вы сами в этом убедитесь. Это намного легче жить, намного легче жить. В городе очень тяжело жить. Мы переехали 4 года назад, имея, как говорится, золотые руки, имея золотую голову при этом. Много людей болеют какими-то болезнями. И мне кажется, что всякие там антибиотики, которые в аптеках продаются, не так уж помогают. И вот я думаю, лучше вот у нас же на природе много трав растет, лекарственные есть. И вот можно и этими травами лечиться, только надо их именно изучить. Зарабатывать летом, да? Молодец.